Всем привет! Я решил продолжить бить плосковеров их же оружием. И поэтому сегодня мы поговорим про мост на озере Панчартрей. До сих пор не могу понять, почему плосковеры считают его доказательством плоской земли. Просто взгляните на это. Это тот самый случай, когда альтернативщик, видя белое, упорно продолжает говорить, что видит черное. Но давайте обо всем по порядку. Этот мост известен тем, что одно время был одним из длиннейших мостов в мире. Его длина около 38 километров. Он имеет высоту всего 4,5 метра, и при этом он расположен на озере, где нет приливов и сильных волн. Большая часть его длины, за исключением арок и подъемного пролета, горизонтальна относительно поверхности воды. Это делает его идеальным инструментом для определения наличия кривизны земли. Я пока не стану разбирать так называемые доказательства плосковеров относительно этого моста. Все их объяснения для меня пустой звук до тех пор, пока они не покажут всем нам этот мост полностью прямым, как и должно быть на плоской земле. Я, как и раньше, просто сравню 3D-модель, построенную на шаре, с реальными наблюдениями. В этот раз мне не пришлось делать модель самому, за меня это сделал уже известный вам Уолтер Бислин. Тот самый Бислин, который создал модель купола плоской земли. Вы наверняка еще помните эту модель, которую один лживый плосковер, которого я не буду называть, выдал за доказательство плоской земли. Хотя сам Уолтер черным по белому написал, что его модель как раз опровергает доказательство плоской земли. Ну да ладно, не будем отвлекаться и вернемся к нашему мосту. На сайте Уолтера есть трехмерная модель этого моста, построенная с учетом кривизны земли. Ее можно рассмотреть со всех сторон. Модель достаточно подробная, учитывается даже атмосферная рефракция. Ссылку на модель я оставлю в описании к этому видео. Вам нужно будет лишь перейти по ней и нажать на вкладку Soundly. Там вы сможете рассмотреть модель со всех сторон, а также сравнить увиденное с любыми реальными фотографиями или видеозаписями. Также там есть демо-ролик этой модели, которую мы с вами прямо сейчас и посмотрим. От себя я добавил только перевод текста. Итак, смотрим.
Как видите, Уолтер взял 6 фотографий моста и сравнил их с моделью. Совпадение практически 100%. Все 6 кадров совпали с моделью. Что ж, плосковеры, теперь ваш ход. Чем вы объясните закругление поверхности озера и моста вместе с ней, а также то, что трехмерная модель, построенная по шарообразной модели, полностью совпадает с реальными наблюдениями? Что это, мираж или натяжение воды? Если мираж, найдите фото, где миража нет. Если это натяжение, жду от вас доказательства наличия уклона поверхности воды и в озере и полотна моста. И, господа плосковеры, научитесь уже конструктивному диалогу с пруфами и аргументами, а не оскорблениями и дешевой демагогией. Ничто так не дискредитирует плоскую землю, как и ее адепты. На этом прощаюсь с вами. Всем спасибо за просмотр и всего доброго.